В Махачкале начала свою работу Всероссийская конференция хирургов, посвященная инновационным технологиям в этой сфере. Мероприятие приурочено к 60-летию профессора Гамида Аскерханова. Среди вопросов, которые обсудили на встрече, хирургическое лечение болезни сердца, инновационные технологии в сосудистой хирургии и многое другое. Обо всем по порядку в нашем сюжете. В рамках двухдневной конференции хирургов развернута специализированная выставка медицинского оборудования, инструментария и лекарственных препаратов. Участники выставки продажи отмечают высокий уровень квалификации дагестанских врачей. Профессионалы высокого уровня, они все прекрасно понимают. Если что, какая-то новинка, мы все всегда объясним. Среди вопросов, вынесенных на обсуждение крупными учеными в области здравоохранения, современные аспекты хирургического лечения болезней сердца, инновационные технологии в сосудистой хирургии, состояние и перспективы развития эндоскопической хирургии. Современная медицина позволяет хирургам приступать к операции, будучи максимально информированными о состоянии пациента, говорят участники конференции, причем делать это с минимальными для человека потерями. Современная хирургия без абсолютно передовых технологий лучевой диагностики невозможно. И когда мы даем хирургу максимум информации, которая возможна до вскрытия брюшной полости, то он, естественно, вооружен такой картой, по которой он может строить план. Дагестан – это земля, которая родила очень много выдающихся хирургов. Прежде всего, я хотел бы отметить Александра Александровича Вишневского, который родился на этой земле. Это Рашида Пашаевича Аскерханова. И эта династия Аскерхановых, она продолжается. Должен сказать, что сын Гамида Рашидовича, Рашид, это мой бывший ученик. В работе конференции принимают участие ведущие специалисты республики и страны. Не случайно этот медицинский форум приурочен к юбилею известного дагестанского хирурга Гамида Аскерханова. Это человек, известный не только в Дагестане, но и в Российской Федерации. Человек, который заслужил уважение своей работой, своими знаниями. Поэтому хочется сказать, что в Дагестане есть хорошие специалисты, есть хорошие больницы. Есть хорошее оборудование медицинское. Я думаю, медицина Дагестана будет развиваться. И наши жители, все дагестанцы, в скором времени перестанут ездить на лечение в другие регионы, за границу, будут лечиться здесь. Дагестан находится на перепутье и нуждается в реформе здравоохранения. Основная проблема в республике – это нехватка высококвалифицированных медицинских кадров, которые способны оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, проводить те вмешательства, оперативные вмешательства, которые позволили бы, значит, поднять нашу хирургию и медицину на более высокий уровень. Поэтому одна из целей этой конференции – это обмен опытом, обучение молодых хирургов, которые приехали со всех районов Дагестана. Одно из направлений конференции – живая хирургия. Все желающие могут наблюдать за онлайн-трансляцией операций, проводимых в НИИ хирургии имени Вишневского и в медицинском центре в Махачкале. Бария Тубрынская, Руслан Салихов. Время новостей.